конфигурации, то, что в салоне кайфово. То есть обычно вот на таких тачках гула много идет в салон. А мы знаем, как сделать так, чтобы гула было мало, а звук кайфовал роду. Страшно. Не, вообще прям. Ну-ка теперь с открытыми. Пока на месте, если чуть-чуть. Самое прикольное то, что есть пробулькивание. Да. И, кстати, при переключениях тоже я услышал, хотя она на ручке. Не, прям хорошо урчит, очень хорошо. Ну, страшно. Аж штаны порвались. Вот он, актрём прям раскрывает свой потенциал. 2,4. Громкость. Прям вот все, и она начинает. Ну да, 2500. Не, хорошо звучит, вообще отлично. Просто ты не знаешь, что такое гул в салоне. И ты не узнал об этом после тюнинга. Это просто счастье. Только что мы послушали, все вместе прокатились, оценили звук этой Шкоды, Шкода Октавия 5. Миш, вообще расскажи, как тебе? Эмоции просто зашкаливают, сделали отлично. Все, ну, по звуку прям как хотелось. Ну, мы старались, реально старались. Гула нету, прям просто все идеально. Я всем советую, это вот 100%. Миша не пожалел денег на полную комплектацию выхлопа, да, мы оставили только трубы, те, которые, они в хорошем состоянии. Новые элементы из нержавейки заменили таким образом, чтобы не было гула в салоне, вместе с тем было очень кайфово, сочно. Подготовили ее к тому, чтобы поставить в дальнейшем даунпайп. По весне, да, ты это будешь делать? Да, после зимы уже. Ну, это логично. 100%. И приеду только сюда. Спасибо за доверие. Спасибо за доверие. А, расскажи, пожалуйста, как ты нас выбрал? И что вообще смотрел из компании, рассматривал? Может? Из компании не смотрел никакие, по сути. Я лазил в этом, в Ютубе. Угу. Думаю, надо что-то интересное сделать. Попался на вас. А знакомый у вас сделал Шкоду Octavia RS. Вы ему делали, наверное, полгода назад точно. Я с ним посоветовался, он говорит, езжай туда. Я все пересмотрел, ТикТок, Ютуб, ВКонтакт, то есть везде вообще все. Но что-то все, то времени не было, то так, то сяк, дела, работа, и все-таки решился, и я не жалею. Я поздравляю, спасибо большое за обратную связь, поздравляю с топовым выхлопом. Все. Удовольствие от звука выхлопа. Спасибо. Вид сзади тоже очень классный. Не, все вообще супер. Все супер вообще. Ребята, обязательно, если вы хотите так же, если вы хотите такие эмоции испытывать от того, как прокачали ваш автомобиль, обращайтесь к нам, и мы поможем. Ультравыхлоп, тюнинги выхлопа разбирается на отлично. Вообще идеально, просто все отлично. Прям вот как и хотелось, я вообще советую.